Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю вам приготовить очень легкий, быстрый и вкусный десерт для деток. Это йогурто-банановая такая запеканка. Запеканка мусс, даже я бы сказала. Она получается очень нежная, такая мягенькая, жевать практически ничего не нужно. Это прекрасный десерт как для деток, так и для всей семьи. Для приготовления нам понадобится йогурт без добавок, густой, 300 грамм. Можете использовать магазинный, у меня вот домашний. Если хотите научиться делать вот всегда вот такой вкусный домашний густой йогурт, переходите в ссылочки под видео и вверху. У меня есть видеорецепт на эту тему. 100 грамм, 100 миллилитров кефира, жирность на ваш вкус. Йогурт и кефир нужно вытащить где-то за час-полтора, чтобы они не были сразу с холодильника. Два небольших банана. Вместо банана можно использовать любые другие сладкие фрукты, ягоды. Одно яйцо комнатной температуры, 1 столовая ложка без горки кукурузного крахмала, можно использовать и картофельный, это где-то приблизительно 10-12 грамм. И я буду использовать сахар только 1 столовую ложку без горки, это 15 грамм. Вы количество сахара регулируете на свои предпочтения, учитывайте сладость бананов. И еще можно использовать, конечно же, вместо сахара натуральный какой-то подсластитель. Готовится все очень быстро и просто, поэтому сразу разогрейте духовку на 180 градусов вверх-вниз с конвекцией и подготовьте форму. Форма может быть любая, небольшая форма, может быть силиконовая. Если вы будете использовать силиконовую, вы ее ничем не смазываете. Если используете вот любую другую, у меня вот такая будет прямоугольная форма, размер ее 20 на 11. Я ее смазала бока и низ сливочным маслом. Сейчас мы к йогурту отправляем яйцо и перемешиваем венчиком или вилочкой до однородности. Сейчас отправляем сюда кефир, крахмал и сахар, и тоже перемешиваем венчиком. Бананы, конечно же, нужно помыть, очистить и нарезать кольца. Сейчас на низ формы наливаем буквально на пол сантиметра нашу йогуртовую массу. Выкладываем весь банан. И сверху остаток нашей массы йогуртовой. И вот можно немножечко вот так, чтобы распределилось равномерно. И сейчас отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов вверх-вниз конвекции, приблизительно на 35-40 минут. Пробуем готовность с пашкой, зубочисткой, она должна выходить сухой. Потом нужно дать нашему десерту остыть в форме полностью. И потом только вынуть. Вот такой результат у нас сегодня получился. Запеканочка на самом деле очень мягкая, воздушная, очень вкусная. Советую вам повторить, не пожалеете. Только не забудьте, что вытаскивать ее с формы и кушать нужно после полного остывания. Тогда она вот более схватится. А на сегодня у меня все. Большое спасибо, что вы были со мной. Если видео вам было полезным, жмите лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.